Всем привет, мои хорошие! Это видео было снято 1 марта, день рождения Мэйзи. Вообще, Мэйзи родилась 29 февраля, это высокосный год. 29 февраля приходит раз в 4 года. В этом году ей исполнилось 3 годика, поэтому попала на 1 марта. Наше утро началось с распаковки подарков. В этом году я решила не делать больших пати, то есть вообще я считаю, что до 5 лет детям не нужно делать никаких вечеринок, потому что они этого еще не понимают. Мы решили подарить им воспоминания, впечатления, поэтому главный подарок – это поход в Диснейленд. 1 марта у нас шел дождь, поэтому мы перевели это событие на 8 марта. Через неделю, получается, после дня рождения, мы поедем всей семьей в Диснейленд, это ее подарок. А это так, символично мы открыли подарочки ей. Ну, само собой, родители приедут, будет торт, и в кругу семьи справим. Wow! Look what did they bring! Mickey Mouse, Minnie Mouse stuff. Такой торт привезли родители красивый. Дедушка дедушка собирает подарок. No. What Dodo brought you guys? This is building. Всем доброе утро. Приехали мы в садик на 2 недели в первый раз. Вот на день рождения Мэйзи я привезла сюда здесь печеньки такие. Специальный на день рождения. И каждому ребенку вот такому goodie bag, так принято в Америке, ну, типа гостинцы на день рождения. И они будут праздновать. Yes. И торты нельзя привозить в школу, только печеньки. Ну, наконец-таки. Наконец-таки день садика настал. У нас новая проблема. Валера поставил нам плиту красиво сюда. Но это для беседки. Сюда будет строиться беседка. Сюда будем еще продлевать это. И сюда будет сейчас Валера продлевать. Ну, а тут вон что кроты делают. Он пришел, а эти... Она рухнула туда. Плиты... Они даже щебенка выгребают. Да, он пришел, а плиты такие рухнули вниз. Он думает, что случилось. Открыл плитку, а там кроты, смотрите, прогрызли все. Вот это под... нору сделали. Она туда-то еще уходит. Она уходит вовнутрь, и они будут теперь... Значит, они ее прорывают. Надо выкуривать их. А выкуривать, наверное, дымовуху туда какую-нибудь бросить, типа ваты. Угу. Чтобы она дымила. Видите, как мы не старались, мы поставили вот эту арматуру все сюда, чтобы они не выходили. Все равно вот они вот эту дырку поставили. А эти плиты, они должны так убираться? Их нельзя приклеить? Они так и должны, да, убираться легко? Так и должно быть? Конечно, они же не приклеены. Они просто на щебенке. А, это так ставится, так да? Должно, а потом вовну вот эти вот щели засыпаются вот этой вот. Поняла. А если мы поставим вот эти вот щели, может, они не смогут потом их передвинуть?
Они внутри там жасмин, как они не смогут? Смогут, да? Конечно, они тут все ходы тебе, она вся плитка упадет. Ой, не знаю, Валер, ничего не легко. Что не одно, то второе у нас всегда, да? Ну, я забыл вам вчера сказать, я когда начал эту калитку делать. Да, вы видите, они убирают вот этот, как это называется, пальмы. Вот эти три пальмы, они у нас померли. Померли. Это неправильное слово. А как? Умерли. Или померли, не знаю. Ну ладно. Погибли. Ну, короче, погибли. И теперь вот они их вытаскивают. И нам привезут другие пальмы с другого места. Это просто мы купили в Home Depot. А это, знаете, куда будут девать? В Home Depot они вернут деньги за это. Угу. Прямо вывозить вот этот вот. Да, вот так вот возвращаете, что хорошо в Америке. Вот даже оно умерло. Не прижилось. Да? Не прижилось, вы его убираете, они вам сразу деньги возвращают. А пойдем, я тебе еще покажу. Еще плохую новость покажете? Или все-таки уже начнете с хорошей новости? Я не знаю, эти пустые, они отойдут или нет? Смотри, но вот эти отойдут. Наверное. Good morning, Martin. Hi, good morning, how are you? Good, how are you doing? Good. Чистик бассейна пришел. A lot of work yeah. going here. У меня голос такой, ужас просто. Валера нашел другую проблему. Вон, смотрите, видите, как красиво все покрыли уже. Там внутри сетка, поверх сетки камни, кажется, или я не помню. Нет, не камни. Вот это вот специальная земля. И будут покрывать травой. Но я теперь боюсь, потому что эти кроты везде, они могут и траву прогрызть. А вот эти вот высохли, смотри, они тоже погибли? Погибли, да? Их надо, наверное, обрезать. И они там-то нормально, видишь, у корня-то. А здесь вот, смотри. Погибли. Вот, и это тоже надо Джей показать. Ну, наверное, их они, наверное, отойдут от корня-то. Они просто болеют еще. Они вот вначале, когда их вы пересаживаете, они в такой, оказывается, шок проходят, и потом себя приходят. Но... Валера сейчас будет сюда заливать. Это цементом. Это сделается в Америке вот так. Высыпается сухой конкрет, ну этот бетон. Сухой уже. Да. И заливается водой и все. Вот. Не надо ничего, не мешать. Ну я бы лучше мешал. Вот я бы лучше перемешивал. А зачем они не мешают? Ну оно, видишь, оно все равно, оно какое-то, вот я его протыкаю вот так вот, воздух туда, пускаю это, чтобы он это заполнялся водой. А мне кажется, все равно какие-то места вода не проникает. Да? Ну да. Надо вот, мне кажется, в бетономешалке перемешивать или вручную. У вас есть бетономешалка? Откуда ты? Откуда? Ну тогда не надо забивать себе голову. Просто ненужные вещи. Ну Джей сказал, засыпай и заливай. Ну тогда так и делай. Уровень делай и заливай. Ну да. Я вот дырки все закрыл, короче. Сейчас буду засыпать. Ну, давайте, Валер. Дети за 2 недели в первый раз сегодня пошли в школу, в садик. Ага. А я видел тебя на перекрестке. Да. И вот, как говорится, свобода! Ага. Все, выздоровели, да? Да нет, они все еще кашляют, но уже не заразный кашель, уже ага. Это вот этот уже остающийся кашель. Там не кашель. Выгонят с садика? Нет, я им объяснила, что их 2 недели не было, сейчас это уже... Уже это уже концовка кашля. Они сказали, хорошо. Так что, надеюсь, не выгонят. Если выгонят, то, я не знаю, мне нужно идти ногти делать. У меня ноготь вообще сломался один. Да ты что? Да, потому что долго не делала. Не было возможности с детьми. И все ругают мои брови, что у меня брови, как у перо. Да ты что? С Буратино, да. Говорят, что тебе муж запрещает в салоны ходить. Да, зачем красивые люди? Угу. Поэтому поеду в салон и сделаю себе брови. Человеческий облик приобрету, Валер. Джей вот работает. Он сказал, скоро он выйдет, чтобы вы показали ему. Он не выходил. Он выходил к вам? Я говорю, сейчас закрою, все лучше. Ну, а то, что он выходил, что толку, если вы не понимаете друг друга? А, Валер? Без меня никуда. Ha ha.
Ну что ж, мои хорошие, все-таки после прямого эфира я сбежала делать свои ногти, потому что уже убрались дома люди, и мне больше не нужно ни за кем следить. Правда, у меня не так много времени, час до того, как забрать детей. Успею, нет, то, как говорится, чуть-чуть опоздаю. Там можно опаздывать, до 5 даже можно, просто нужно больше платить. Вот так вот. Хочу сделать красный цвет себе. Я такая вся опухшая, не нравится мне, как я выгляжу после болезни вообще. Сделала я себе ногти, смотрите, какие красивые. Мне очень нравится такой красный цвет, прям настроение поднимается. Мне нужно было детей забирать в 3:30 с садика, а закончила я ровно 4:30. И мне муж пишет: ты должна забрать детей, потому что я не могу, я смотрю за рабочими. В 4:32, через 2 минуты, я ему отвечаю: все, я еду, я уже была в машине. Приезжаю в садик, мне говорят: а твой муж забрал детей. Я говорю: как забрал? Он мне только написал, чтобы я... Ну, чтобы я забирала детей сама. Она говорит в офисе: ну вы свои ногти, да, делали? Потому что он сказал, что вы делали свои ногти и опоздали к детям. Я говорю: ну, значит, он забрал, откуда бы она это знала? 20 минут как? Не понимаю. И сейчас он мне пишет: что ты делаешь в школе, я уже детей забрал. Так ты мне только что написал, чтобы я детей забирала. Ну, в общем, дурдом, поехала домой. Так, мои хорошие, хотела вам показать, я же вам не успела показать, что Валера нам закончил вот шкаф. Достроил, называется. Вот. То, что мы покупали в Икее, помните, я вам показывала? Наконец-таки построил. И сюда поставил дверь. Сейчас я вам покажу. Вот так это открывается. Вот, он довольно-таки большой. Он вообще-то очень большой. Все это выдвигается. Сюда они пришлют зеркало. Это будет зеркало, не зеркало, а стекло. Это для аксессуаров. Вот такие большие лица. Ну, одно и то же там. Так. Так. Это сторона мужа. Это сторона мужа. Вот. У него темная. Для его. У него миллион часов. Сюда он свои часы понаставит, свои аксессуары тоже. Вот. Но это мы будем использовать для вещей, которые вот мы используем. Наша большая гардеробная в Great Room, я вам показывала уже. Там большая гардеробная, а это шкаф для того, чтобы мы использовали вещи первой необходимости. А это только мой. Это все, ну, мои там платьицы, там всякие летние вещи какие-то там. Ну, я еще, знаете, должна все поменять, все проставить. Это все мое. Зоя. Что, Зоя? Ну вот, вот так вот поставили сюда. Вот это вот в гостиную, пока они ее отсюда не убрали. Это для гостиной. Это мой цветочек. Вот такой скромненькая спальня наша. Что, Зоя? Даже не думай. Даже не думай. Это очень высоко для тебя. Очень высоко. Зо. Вот везде ей надо. Ну что? Толстушка. Ну ты-то так будешь 3 часа думать, прыгать, нет? Хорошо, она не живет на улице. Немножко даже прыгнуть боится. Не рискует. Что за? Что? Ну давай. Ну ты даешь.
Дуреха, не смогла даже прыгнуть. Эх ты, дуреха. Вот что значит домашняя кошка. Угу. Ну чё? Ой, ушла. Дуреха не смогла. Ну вот, видите, это называется домашняя кошка, которая никогда не видела деревья. Ой, кошмар.